сегодня у нас воскресенье, и мы решили сходить на бассейн. Да, Слав, ты готов купаться? Угу. Гляньте. Ну, сейчас я вам покажу. Ножки помыть? Мы в купалище наши пришли. А это... Водичка теплая? А еще надо. Ага. Ну, это душ можно. А, нормально, все хорошо. Тут есть вот такой вот бассейн один с горками. Там вот такой... Все уговорила. Он тоже, даже я так могу пожалеть и наблюдать за ним. Вот такая обстановка, есть кафе, есть зонтики, покрывала мы как всегда забыли, но мы первый раз мы не знали. О, Славке уже нравится. А сначала не хотел. А где же Владик наш? Надо поискать. Владик! Смотрите, какой тут. А где Полина? Не вижу что-то ее. Ну, Вадим и Владик тут плавают. Здорово. Детвора, дети! Влад, Вадим! Он славно. Опа! На улице там. Покажет. Ага, здорово. Вон они два стоят, вон. Сейчас будут. О, так, один поехал. Там надо расстояние держать, не сразу ехать один за одним. Так, второй. Ага. И сейчас будет большой бух. Плюх сейчас будет. О, Влад сейчас будет. Опа, все. Сейчас летом еще один плюх будет. Ждем, ждем. О, все. Супер. Там этот не пробуй, пролетел мальчик. Я его сразу увидел. Я вот так вот. Нравится? Идите еще на желтую одновременно. Сейчас будет. Еще два плюха больших будет. Так. Ну, давай. Супер. Давайте сюда еще. Давайте, давайте. Сейчас все покажем. Снижала. Зрелище такое, конечно, не для слабонервных. А так, конечно, весело. Нравится. Тут классно. Немножко территории поснимаю, потому что, может быть, как-то не очень так сняла. О, гляньте, бабочки летают. Надо видеть. Да. Красиво, беленькая еще, да. В общем, ладно, бабочки бабочками, вот такая территория, видите, каждый своим покрывалом приходит, можно и палатку брать, лежаков здесь нет, просто вот так вот
Мы тоже на полотенцах там растерились. Вот такой глубокий бассейн. Детки, там вот уже много сайта раскивала, такой классный. Там, кстати, вода очень горячая, прям теплая, теплее. Ну, так, в принципе, территория небольшая. При входе в бассейн надо ноги помыть. Вот так. Там, похоже, парковка. Ну, как видите, территория-то не сильная и большая. Просто все вот так вот. Это классно. Дети рады, довольны. У меня Славка тут лежит, лежит. Очень нравится. Тут еще есть табло, какая температура, время. Воздух 27, большой бассейн 28 градусов, детский 30 на данный момент. И раздевалки, все. Там еще всякие сладости, но мы не говорим детям. О, можно книжки почитать? Классно. Кстати, насчет книг. Вот это меня напомнило. Ну, площадка такая небольшая детская есть. Прикольно. Насчет книг мне напомнило это, как в Доминикане. Тоже так открываешь, книжечку можно взять. Потому что все на чешском. Ух ты, детское что-то есть. Прикольно. В общем, видите, как все хорошо. Славик он залез там, где джакузи, и балдеет. А те пацаны вон плавают. Ну, классно. Развлекается вчера. Мушечки пришли. Мушечки пришли. Покорять детский бассейн. Покорять детский бассейн, да, пришли? Вон, братская любовь. Вот так, да. Как положено всех детей. Русалка, да, русал. Чапец. Задира всех тут. Всем тут дает отдохнуть хорошо. Мама сейчас прыгнет. Мама сейчас будет отсюда, съезжает с горки этой большой. Так, идем. Вон едет мама. Съехала.
Тут еще батут есть. Тоже Славке нравится. Что, тебе нравится? Да, я Лянку встретила. Ага, я видела. Классно. Сейчас я так еду. Давай, давай. И вот они два мальчика. Одноклассник. Это хорошо. Весело. Все, мы уже накупались, нагулялись и идем домой. Мне нам понравилось, классное время провели на горочках, у тех вот накатались, да? Все, пока, до следующего влога.